Тихо, тихо. Сейчас фаталити будет, пацаны. Сейчас будет фаталити от меня. Давай. Лапа моет лапу, лучше не зли папу. А, лапа моет лапу. Не знаю, что это значит. То, что он вошел домой и помыл руки. Коронавирус. Sorry. Пару линий. Damn, boy. Сам нюхай прошел. Реми Мартин. Реми Мартин. Если ты знаешь такое выражение «лапа моет лапу», бля, я даже не знаю вообще, о чем можно разговаривать дальше, бля. Чуть-чуть сейчас про Роуза. Роузи 044. Брат. Брат, просто дай мне знать, где ты находишься, брат. Просто дай знать, брат. Чел, у тебя спрашивают твои друзья, где ты там на Бали прячешься. К тебе подъедут, поговорят с тобой. В Киев тебе лучше вообще не возвращаться, блядь. Отвечаю. Кстати, можешь еще участвовать в конкурсе. Там костюм за 250. Все равно у тебя нету бабок на него. Или сотку можешь выиграть. Как раз расплатишься за биты пацанам. Роузи 044. Брат, брат, просто дай мне знать, где ты находишься, брат. Просто дай знать, брат. Че? У тебя спрашивают твои друзья, где ты там на Бали прячешься. К тебе подъедут, поговорят с тобой. В Киев тебе лучше вообще не возвращаться, блядь. Отвечаю. Кстати, можешь еще участвовать в конкурсе. Там костюм за 250. Все равно у тебя нету бабок на него. Или сотку можешь выиграть. Как раз расплатишься за биты пацанам.
не хочу я чути твій голос. Не треба мені твоїх сліз. Я прошу тебе не наярюй, бо що в мене є цей сліз. Ти не наярюй, ти не наярюй, ти